Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Пока у меня небольшой тут travel trip по двум странам, сделаю анонс о видео, которое выйдет у нас на следующей неделе. А у нас выйдет парочка интересных очень видео. Первое видео выйдет очень нужное, важное для нас. Это видео с завода C&Loop, завода, который производит бренд Eagle, Орел. Тот бренд, которым мы занимаемся. Мы сняли завод, производственные циклы все. Из чего делают, почему стоит покупать ПАО 100 от Eagle, из чего оно сделано, из каких компонентов и так далее. А второе видео выйдет, надеюсь, к среде, я его доделаю, видео с завода Akira Oil, который производит бренд Lifcar. Это фильтрующие элементы, салонные и воздушные. И возможно выйдет видео с турецкого, не завода вернее, а из офиса турецкой компании Petra Ofisi. Это третья по величине в Турции компания, которая занимается нефтедобычей, как ему нравится. В общем, видео будет такое интересное, там будет парочка хороших, таких прикольных вещей показано. В общем, следите, следующая неделя будет насыщенная, поэтому не пропускайте наши видео. Кто не подписан, подпишитесь обязательно на нас везде, в том числе и на Ютубе, на Дзене и ВК. И все. Всем пока.